Добро пожаловать в 27-й день нашего 30-дневного челленджа по улучшению писательского мастерства. Сегодня задание будет непростое, хотя это все зависит от того, какой тип вы писателя. Вы любите акцентировать внимание на персонаже, либо же на самой истории. Сегодня мы хотим сосредоточиться именно на персонаже. Я имею в виду, что у нас, конечно, будет история, но акцент будет сделан, весь фокус внимания именно на персонаже. Сегодня мы немножко углубимся в технические вопросы и сосредоточимся на арке персонажа, который проходит через внутренние изменения, который растет над собой. А эти изменения вызваны событиями, противостоянием, которое вы пишете для своего героя. Ну и теперь давайте, собственно, перейдем к истории. Фёдор чувствует себя, словно он пойман в ловушку. Какая именно ловушка, будто физическая, умственная или эмоциональная, решайте вы. Но наш персонаж чувствует себя пойманным в ловушку. Ваша задача — написать ситуацию в своем рассказе, которая даст возможность Фёдору избавиться от ощущения того, что он находится в ловушке. Будет ли это именно освобождением из этой так называемой ловушки, или он просто избавится от ощущения нахождения в ловушке? Снова решать вам. Напишите то, что у вас получилось в виде коротенького рассказа, оцените то, что получилось у других, и увидимся завтра в 28-м дне. Я Сытрой, писатель-фантаст.